друзья. Кроватка Милы очень мала. Нелегко будет примоститься, пока там лежат игрушки. Пора в кроватку. Теперь можно выключить свет. Сладких снов тебе, Мила. Баба Капа не уснет, пока не приберется. Куда же все убрать со стола? Пора в кроватку. Теперь можно выключить свет. Спокойной ночи, баба Капа. Вупсель и Пупсель ничего не ели целый день. Им не заснуть на голодный желудок. Тетя Мотя давно бы заснула, но не помнит, где ее спальня. Пора ложиться спать. Теперь можно выключить свет. Тетя Мотя. Завтра генералу рано вставать, но будильник не выставлен и не заведен. Не проспать бы. Пора в кроватку. Очень мешает заснуть. Спокойной ночи, генерал Шер. Лунтику пора спать. Но как уснуть без хорошей истории? Пора ложиться спать. Лунтик. Все они уснули.